Рада приветствовать вас на канале InstaForex TV в студии Анна Касаткина. Вы смотрите еженедельную программу «Телемост», в рамках которой мы рассмотрим текущее положение котировок валютных пар и вместе с нашим экспертом Владиславом Тюхменевым попытаемся спрогнозировать их дальнейшее движение. Рынки остаются в пессимистичном настроении. Площадь распространения коронавируса растет с каждым днем. Сегодня уже отмечены случаи заражения в Европе, Великобритании и Северной Америке. Центробанки пытаются оказать поддержку экономике, в результате чего ФРС во вторник принял решение в ходе экстренного заседания снизить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Такая новость и ожидание еще большего смягчения монетарной политики значительно ослабили позиции доллара США. Пара евро-доллар выросла, однако стоит учесть, что ЕЦБ необходимо принять меры стимулирования, которые также должны негативно отразиться на стоимости евро. Какие перспективы для дальнейшего движения графика евро-доллар, а также других пар предвидит наш эксперт технического анализа Владислав Тюхменев? Об этом наше видео. Влад, добрый день! А какие перспективы вы видите для пары фунт-доллар? А на какую еще валютную пару вы рекомендуете обратить трейдерам внимание в сложившейся обстановке? Владислав, спасибо за ваши торговые рекомендации и до встречи на следующей неделе. Вы смотрели программу «Телемост» на канале InstaForex TV. С вами была я, Анна Касаткина, и аналитик группы компаний InstaForex Владислав Тюхменев. Мы желаем вам прибыльных торгов и до скорой встречи!